нами. Могильщик, так? Спасибо за поддержку. Нет проблем, Морпех. Рад помочь. Проход свободен. Могильщик, майор Гринвуд вас ждет. Рады видеть вас, барон. Вы, наверное, прошли там через ад, чтобы добраться сюда. Как животел. Слышь, Морпех, есть что пожрать? Да, там пайки у штаба. Не стесняйтесь. Спасибо, старик. Нет, я так не думаю. А? Что? Ладно. Хорошо. Мне насрать, что вы должны делать. Просто делайте. Тут никто не спал и не ел уже 3 дня. Это вы, могильщик? Да, мэм. У нас полчаса, пока русские не вернулись. Все должны получить еду. Я пришлю ребят, чтобы распределить ЭРП. Индивидуальные рационы питания. Понятно? Идите. Майор, я... А вы за ним. Похоже, мы нашли Гринна. Пошли, Рекер. Почему вы все еще здесь? Если коротко, мэм, то мы оказались в тылу противника. Если бы мы вернулись на наш корабль. Если бы докобы, да во рту росли грибы. Наша валькирия, наверное, уже в Красном море. Охренеть! Вы что, за борт свалились? Где мой кофе? Мэм, нам непременно нужно найти транспорт назад. 3 дня назад на наш аэродром приперлись русские. Другие на земной части вот-вот будут здесь. Пути снабжения нам перерезали. И в 12 раз больше, чем нас. Поэтому, к сожалению, я помочь ничем не смогу. Положите, а не то разнесете все вокруг. Насколько русские сильны в воздухе? Недосягаемы. Берег под плотиной прикрывают зенитки. Защищены они отлично. Зенитные комплексы под плотиной? А мы здесь. На высоте. Все наши части на высоте, как и аэродром. Из гражданских кто-то остался? Всех эвакуировали, сержант. Гражданских нет. Так точно. Город пуст. Что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, майор. Немного разочарован, что вы не можете нам помочь. Но мы будем рады перевести вашу взрывчатку в определенное место, если у вас еще осталось. Перевести можно. Только верните машину обратно. Рабочие рации тоже есть, если хотите поддерживать связь. Друг с другом. Не со мной. Ничего не хочу знать, пока ваша безумная затея не удастся. Будет вам тогда транспорт на запад. Спасибо, майор. Присматривай за взрывчаткой. Я за руль. Я не уверена, что это хорошая идея. Я
Я убежден, что хуже идеи быть не может. Поездка туда не из коротких. Рейкер, выглядишь погано. Приляг и отдохни. Разбужу, как подъедем к дамбе. Ирландец? Да. Ты говорил о людях, ждущих тебя дома. Кто они? Жена и трое. Вот это, блядь, да! Ага, огромная. Думаешь, взрывчатки у нас хватит? Если правильно разместим, то хватит. Начнем отсюда и заложим заряды по периметру дамбы? Видишь, в середине. Похоже на слабое место. Разместим там основной заряд. У тебя диплом инженера? Мой диплом инженера сродни твоему диплому медика. Вообще-то у меня есть диплом медика. Ты точно уверен? Уничтожим ее изнутри. Ну что, готовы? Ага. Пошли, Рек. Осторожно. Идет вертолет. Рекер, осторожней. Yeah.